Друзья, приветствую вас! Сегодня речь пойдет о крючках Хаманака, набор Раку-Раку. Данный набор я приобрела в марте месяце. С марта пользуюсь ими практически беспрерывно, поэтому у меня уже сложилось кое-какое впечатление. Я очень хочу поделиться с вами своими впечатлениями в форме небольшого видеообзора данных инструментов. Стоил такой набор около 3000, заказывала я у Вали Суходол на сайте. В наборе идут 5 крючков, каждый из которых является двухсторонним, то есть на деле у вас получается 10 крючков. Нумерация крючков здесь идет нестандартная, от 2 мм до 6 мм, но, как вы можете видеть, у них свои обозначения, в которых я постоянно путаюсь до сих пор. Мне очень сложно запомнить, какая цифра означает нужный размер крючка, и это, пожалуй, единственный минус, и то в силу того, что я очень плохо запоминаю числа. Чем же так уникальны крючки Хаманака? Ну, первое, что бросается в глаза, это необычная ручка. Она сделана в форме треугольника. Сделано это специально для того, чтобы создать максимально удобный захват крючка. Особенно это удобно для тех, кто привык держать крючок как ручку. И также можно держать инструмент как спицу. Правда, для меня это не очень привычный способ держать крючок, но мне приходилось для различных материалов или каких-то моментов держать крючки Хаманака как спицу, это было тоже удобно. Для меня посадка как карандаш самая удобная, и вот в этом случае Хаманака, конечно, просто продуманы до мелочей. В процессе вязания мне даже кажется, что рука меньше напрягается, то есть вот нету лишнего перенапряга мышц, каких-то ненужных движений при вязании. В данном крючке не только посадка удобная, но и градус, под которым находится сама головка крючка по отношению к ручке. Сложно, конечно, наверное, звучит, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, потому что вот, к примеру, у меня в руках крючок Гамма, обычный крючок 4-миллиметровый, у него тоже есть специальная выемка под большой палец. Однако мне приходится иногда немножко разворачивать его, чтобы угол голов находился под правильным углом для захвата нити. Поэтому не всегда у таких крючков вот эта выемка совпадает с удобным положением. У Хаманака этот момент очень-очень продуман, и это действительно ускоряет вязание. Сейчас мы сравним головки крючков. Я беру 4-миллиметровый крючок Хаманака и 4-миллиметровый крючок Гамма. Вот так вблизи выглядят крючки. Слева Хаманака, справа Гамма. Как видите, головка крючка Хаманака более остренькая, нежели у Гаммы. В целом я всегда отдаю предпочтение крючкам с более острым кончиком, но это, наверное, кому как больше нравится. Крючками Хаманака я работала с очень разными материалами. Это были и рафия, и джут, и хлопок, и шерсть, и даже трикотажная пряжа. И всегда крючок достаточно легко захватывает нить, не расслаивая ее. Теперь давайте сравним крючок Хаманака с очень популярным японским крючком Кловер. Здесь у меня крючки 2,5 мм. Как видно, они очень и очень похожи. Возможно, если бы мы сравнивали крючки большего размера, там наблюдались бы некоторые различия, но в 2,5 мм размере они практически одинаковыми. В принципе, я очень люблю крючок Кловер, но теперь, сравнивая с Хаманака и если обращать внимание на ручку, то теперь крючки Кловер сильно уступают для меня по ощущениям
крючкам Хаманака, потому что даже это так называемая прорезиненная ручка, да, которая считается удобной, она все равно не такая удобная, как ручка у крючков Хаманака. Когда я говорила, что у данных крючков очень удобно развернута головка по отношению к ручке, я имела в виду следующее. Здесь я взяла для примера не самую удачную пряжу, это Drops Paris, хлопковая пряжа, у которой достаточно слабая скрутка, поэтому крючок хватает иногда отдельные ниточки, но даже с такой пряжей работать крючками Хаманака значительно проще, потому что вот этот правильный угол позволяет очень легко протягивать нитку через петли. Здесь я вяжу простые полустолбики с накидом, где необходимо протянуть нитку через две петли, и, как правило, я не всегда могу сделать это за одно движение, иногда мне приходится дополнительно разворачивать крючок, но с этим крючком я справляюсь значительно быстрее. Да, иногда я цепляю, конечно, одну из петель, но даже в этом случае работа идет значительно быстрее, крючок сам дает нужное направление и легко-легко протягивать через 2 петли, 3 петли. В общем, вязание с таким крючком ускоряется. Далее я вяжу самым обычным китайским крючком. У меня, к сожалению, не нашлось более-менее известной фирмы крючка нужного размера, 5 мм. И уже здесь вот у меня начинаются проблемы, потому что я начинаю цеплять петли и не могу с помощью одного легкого движения протянуть нить сразу через 3 петли. То есть мне приходится немножко разворачивать крючок, чтобы развернуть головку, чтобы проскочить через все эти петли. Сразу скажу, что я не специально пытаюсь задевать петли. Я думаю, что любая вязальщица меня поймет, когда работаешь неудобным инструментом, насколько замедляется процесс вязания. И вот в данном случае замедляется он только потому, что угол наклона головки крючка неправильный, в связи с чем приходится делать двойную работу, подкручивая крючок в нужном направлении. Ну и опять я беру крючок Хаманака для большей наглядности и вяжу в своем привычном темпе. И сразу же я чувствую, что мне значительно легче и проще, потому что крючок получается, что выполняет за меня половину работы. В общем, крючкам Хаманака я говорю однозначное «да». На данный момент это самый лучший инструмент, которым я работаю практически постоянно. Набор, который предоставляет этот бренд, включает в себя практически все самые популярные размеры. Конечно, когда мне требуется какой-то другой размер или изделие требует крючка без ручки, то есть такого обычного плана, в этом случае мне приходится возвращаться к стандартным инструментам, но рука очень быстро скучает по крючкам Хаманака, поэтому это мои фавориты, практически каждый раз я вяжу только ими, трясусь за каждый крючок, боюсь потерять, очень люблю, и от всей души благодарна Вале, которая несет такие замечательные бренды в массы. Ну что же, обзор подходит к концу, я очень надеюсь, что он будет полезен тем, кто стоит перед выбором, покупать эти крючки или нет, кто еще сомневается. На вопрос, оправдана ли цена данных инструментов, мой ответ, конечно же, да. Мне кажется, что я уже 1000 раз окупила данные крючки своим комфортом и удовольствием от процесса вязания. Ну что же, всем спасибо за внимание, удачи!